Всем привет! Еще одно небольшое объявление для моего канала. Стоимость колготок с 15 периода увеличивается, причем увеличивается не только стоимость со скидкой, но и базовая цена. И, соответственно, если они будут по какой-то распродаже или по каким-то купонам, то уже скидка будет считаться от базовой цены. И, соответственно, это меня сподвигло на то, чтобы я воспользовалась купонами именно в этом периоде. У меня купон был 45%, не такой уж и большой. Но учитывая, что базовая цена тоже повышается, черная цена, потому что все акции идут от черной цены. Поэтому я решила взять и в этом периоде, несмотря на то, что не такая уж и большая скидка по купону. А также увеличивается цена со скидкой. То есть сейчас в каталоге их можно, в этом, в 14-м каталоге, который будет действовать до 18 октября, их можно взять за 299 рублей. Со следующего каталога, с 15 периода, то есть с 19 октября, они уже будут стоить 349 рублей, то есть получается на 50 рублей увеличивается стоимость колготок. И хотя у меня их очень много, в принципе большой запас, но я так чувствую, что цены с каждым разом все становятся больше и больше и в магазинах, и поэтому решила, почему бы и нет. Колготки — это тот необходимый товар, которым мы пользуемся регулярно. Вот сейчас вы на видео увидите серый меланж. Мне очень нравятся вообще меланжевые колготки, они как-то смотрятся очень интересно, красиво. Это коричневый меланж, у меня есть коричневые вещи на осень, поэтому я думаю, они мне подойдут. Еще из этой же самой линейки у меня есть бежевые колготки, бежевый меланж, тоже достаточно, видите, красивые. И есть еще бордовые. Бордовые не знаю вообще, для чего я взяла, но думаю, лишними они не будут. Под какой-нибудь такой вот экстравагантный образ подойдут. И если подобного рода видео вы хотите видеть на моем канале, то лайкайте это видео. Если вам вот нужна информация какая-то по увеличению цен, если я что-то обнаружу в сторону повышения тех или иных продуктов, я буду делать таких вот необходимых, да, не каких-то гелей для душа, а вот именно важных, на мой взгляд, то я вам буду делать такие вот коротенькие мини-видеоролики. Поэтому, если вы за такую идею, да, и хотите видеть подобного рода видео на моем канале, то лайкайте это видео, чтобы я знала об этом. Спасибо большое всем за просмотр. Желаю вам удачных покупок и до новых встреч. Всем пока-пока.